Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители нашей сегодняшней лекции. Я напоминаю, что мы продолжаем серию лекций в рамках фестиваля «История Малой Родины. История Отечества». Сегодня мы отправляемся в гости в Тюменскую область для того, чтобы победитель всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, проводимым Российским историческим обществом, Надежда Степановна Крюкова провела для нас свою лекцию, поделилась с нами своим опытом ведения работы в области краеведения с молодежью. Здравствуйте, Надежда Степановна, очень рада вас сегодня видеть, очень рада, что сегодня состоится наш с вами разговор. С удовольствием передаю вам слово. Добрый день, здравствуйте. Вас приветствует Музей истории школы, средней школы номер 1 города Тобольска. В первой школе Тобольска прошло мое детство когда-то. Я ее отыскал бы из тысячи школ. Со звонком в переменку убежали ребята, не заметив, как тихо сюда я вошел. Много ездил я в жизни по белому свету. Был в гостях у друзей я в таежном краю. Мне холодные реки дарили рассветы, но вот здесь я, как прежде, мальчишкой стою. Пусть немного я сделал, но все, что я сделал, то, что жизнью оставлено мне про запас, все удачи и все свое самое первое я тебе посвящаю, мой класс. Эти стихи выпускника школы 41-го года, участника Великой Отечественной войны, дипломата, много лет работающего в Индонезии, Игоря Александровича Рябова, и я бы и хотела начать сегодняшний разговор. Музей истории школы – это ее гордость, это встреча с тысячей выпускников. Наш музей был создан усилиями всего педагогического и ученического коллектива в 1967 году. Это была большая, кропотливая работа, требовавшая большого времени и терпения. Ребята вели свой поиск в читальных залах, библиотеках, рассматривали подшивки старых газет, работали в краеведческом музее и архиве. Это было время первых наших открытий. Первой большой удачей в поисковой работе был материал о сибиряках дивизии Леонтия Николаевича Гуртьева, в которой служили наши выпускницы-девушки 41-го года: Аня Василькова, Василиса Щинникова, Вера Каледа, Соня Фатеева, Нина Кокорина. Позднее один из авторов написал о Нине Кокориной: «Была война, и все мы воевали, и напевал нам ветер фронтовой, что санитарку Чижиком прозвали уральские ребята под Москвой. Чижик, сестра боевая, Чижик, сестра фронтовая, Чижик шутил под гармошку солдат, где же теперь наш товарищ и брат?» Нина Михайловна Кокорина. У музея школы хранится ее дневник. Она прошла от Сталинграда до Берлина. Записала все свои воспоминания в дневнике. Была в музее школы дважды. Председатель Совета ветеранов города Екатеринбурга. Каждый год 9 мая ученики школы едут в Свердловск и кладут цветы на могилу Нине Михайловне Кокориной. Ценнейшими экспонатами музея стали и письма фронтовиков, выпускников военных лет Всеволода Калинина, Алексея Благонравова, письма друга Юрия Ануфриева, Володи Барсукова, Александра Нартымова, Евгения Смирнова, Юрия Лопарева и другие, которые сегодня хранятся в музее. И еще одним замечательным экспонатом пополнился музей. Это был
боевой листок, посвященный знаменитой летчице полка Марины Михайловны Росковой Ольге Тимофеевне Голубевой, который пришел в школу еще в 43-м году, в котором было написано: 19-летняя комсомолка Ольга Голубева совершила подвиг. Она точным бомбометанием, разгромила целый склад горючего немцев. На вид стрекоза, а как добитая львица, сказал о ней подполковник части. Ольга Тимофеевна Голубева написала письмо. Ребята ответили, и эта переписка продолжалась 40 лет. Она приезжала к нам в гости в 1982, 86 и 88 годах. После войны, окончив Саратовский институт иностранных языков, Ольга Тимофеевна стала членом Союза журналистов России, объехала полмира. В школу свою она послала несколько книг: «Звезды на крыльях», «Дорогами войны», «Боевые подруги» и «Я хочу рассказать вам о войне». Когда очень много накопилось материалов вот таких школьного музея, решили создавать, оформлять экспозиции. Интересные экспонаты с любовью и вкусом оформленные витрины и стенды привлекали внимание каждого, кто приходил в музей. Старшему поколению эти старые, пожелтевшие фотографии были особенно дороги. Это была их молодость. У младших же ребят все вызывало неподдельный интерес, уважение и гордость за старшее поколение. В первые годы работа была направлена главным образом на сбор материалов, поэтому упор был сделан на исследовательскую работу, на расширение сведений о тех экспонатах, которые были собраны. Постепенно за фотографиями и документами, за скупыми строчками коротеньких заметок вставали люди, их судьбы, их жизни. По каждому разделу музея проводились экскурсии, которые проводили учащиеся 8-10 классов. Год проводилось более 300 экскурсий. А затем снова продолжалась собирательская и исследовательская работа, которой занимались туристические отряды «Нептун» и «Икар». Ежедневно, каждое лето, туристы шли походами по местам боев 51-й дивизии Василия Константиновича Блюхера, по местам походов Ермака. И вот эти материалы походов, дневниковые записи, топографические карты, воспоминания очевидцев тех лет становились позднее экспонатами нашего музея. В 1976 году музей стал участником областного слета активистов школьных музеев и получил официальное свидетельство о присвоении ему статуса «Школьный музей». Шли годы, менялось одно поколение ребят другим, дополнялись какие-то экспонаты в школьном музее. И в 1999 году прошла реорганизация нашего музея. Музей значительно вырос, прибавилось больше экспонатов, изменились некоторые экспозиции. Сегодня музей имеет следующие разделы. Это история Мариинской гимназии, история школы второй ступени, где описано, как были созданы комсомольско-пионерские организации. Следующий раздел – учителя и ученики школы на фронтах Великой Отечественной. Более 200 выпускников
и учеников средней школы номер 1 Тобольска сражались на полях Великой Отечественной. 87 пали смертью храбрых. Вечная им слава. А два выпускника школы, африкан Еропеевский и Александр Звягин, прославили нашу школу, наш город навечно, навсегда. Они стали героями Советского Союза. 2 года назад на здании школы появилась мемориальная доска, где сказано об этих учениках. Следующий раздел – школа в годы войны. Послевоенные будни школы. Дальше традиции школы продолжаются. Это спортивная гордость школы, школьная самодеятельность, достижения учащихся и учителей. Самый большой стенд. Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей. Наш музей работает согласно положению о школьном музее. Имеет программу развития музея. И на сегодняшний день он насчитывает 2200 экспонатов, из которых 1400 экспонаты основного фонда и 280 экспонатов вспомогательного фонда. Для учета экспонатов ведется инвентарная книга, есть книга учета экскурсий, у музея есть книга отзывов посетителей. Работой музея руководит совет музея, председателем которого является ученица 10 класса Алина Усенкова. Музей школы проводит большую воспитательную работу. Это переписка с выпускниками разных лет, экскурсии по классам, встречи с интересными людьми, создание сценариев по военно-патриотическому воспитанию, участие в городских, областных, всероссийских мероприятиях, таких как «Растим патриотов России», «Гуляют сказки по земле Ершова» и так далее. Ведется работа со средствами массовой информации. Уже несколько лет музей сотрудничает с журналом «Юный краевед», с журналом «Путеводная звезда», «Патриот Отечества», с областными и местными газетами. Нас знают все. Кроме того, музей школы более 10 лет является членом Международного общества «Мемориал» и Международного общества «Холокост». Работа музея подтолкнула нас к разработке программы по подготовке экскурсоводов, так как до сих пор нет государственной программы по работе экскурсоводов школ страны. В настоящее время в музее школы работает 12 экскурсоводов, 4 дублера. Работает группа поиск, работает группа переписки и, я уже сказала, группа экскурсоводов. За последние 3 года экскурсоводами музея проведено более 300 экскурсий по различной тематике. Это история школы, частица с нашей страны, выпускники школы, защитники Ленинграда и Москвы, воины-интернационалисты, учащиеся нашей школы, учителями славится Россия, ученики приносят славу ей. За последние годы на базе музея были организованы встречи с замечательными и интересными людьми, поэтессой Ниной Ивановной Стороненко, с Сергеем Александровичем Киселевым, летчиком международного класса, парашютистом, Владимиром Ильичем Ульяновым, депутатом областной думы, Ларисой Борисовной Пальяновой, поэтессой ленинградской, Владимиром Ильичем Шараповым, героем России. Все эти встречи, беседы не проходят бесследно. Особое внимание Совет музея уделяет
военно-патриотическому воспитанию. В течение 5 лет мы участвовали в областной акции «Узнай героя земляка» и получили 1-е место во всероссийской акции «Моя семья в истории России» в международном проекте «Портреты Победы». На базе музея проходят городские конференции, фестивали, конкурсы. Прошли методические объединения учителей Тобольска по всем предметам. Члены Совета музея ежегодно принимают участие в городских, краеведческих, областных конференциях «Шаг в будущее», «Отечество», «Невыдуманная отчизна», «Мой город, любовь моя», «Музей истории школы города Тобольска» уже стал победителем городского конкурса экспозиции «Дни Победы». Также занял 1-е место в областном конкурсе музеев 9 мая и 3-е место в Уральском федеральном округе. Школьный музей является центром патриотического воспитания учащихся. В прошлом учебном году была открыта мемориальная доска, посвященная детям войны. Она называлась «Согретые Сибирью», так как в Тобольске в годы войны находилось 11 детских домов. Один из них находился в средней школе №1. В нашей школе находился детский дом польских детей. В современных условиях происходят большие видоизменения. Меняются традиционные формы работы. Но основной же формой остается экскурсия. Она меняется за счет внедрения нетрадиционных методов, таких как театрализация, игрового общения, занимательные задания и так далее. Так, изучая историю образования в Сибири, мы в сценках показываем открытие Мариинской женской гимназии, ее первых учениц, используем книги, атласы, наглядные пособия тех лет, их воспоминания. Такие экскурсии создают возможность включиться в диалог культур, почувствовать характеры, особенности в образовании того времени. Также нами составлена игровая экскурсия «Школа вчера, сегодня и завтра». Наш земляк Дмитрий Иванович Менделеев, его детство, годы учебы, Тобольск в его судьбе. И все это с удовольствием исполняют члены Совета школьного музея. Помогают нам ребята театральной студии. Кроме этого, проходят экскурсии и мероприятия «Тобольск в судьбе Петра Павловича Ершова», «Сказки на земле Ершова» и так далее. Посетители на этих экскурсиях оказываются вовлеченными в действия и с удовольствием решают интересные задания. Таким образом, информирование тесно переплетено с общением и получением положительных эмоций. Идет время. И в последние годы мы стали пробовать создание видеороликов, обзорных виртуальных экскурсий. Так недавно прошли виртуальные экскурсии «Тобольск в годы войны», «Тоболяки, труженики тыла». Сделали видеоролики «Тоболяков, бессмертный полк», «Кто вы, доктор?» «Доктор Вольф», о декабристе Фердинанде Бахтаровиче Вольфе. «Чуть-чуть осталось до победы» и другие. В 2020 году заканчиваем реализацию проектов к 75-летию Победы. Музей в чемодане, фронтовые письма рассказывают, экспресс Победы. Мы хорошо понимаем, что школьный музей 21 века должен превратиться из узкотематического в центр всей
воспитательной работы школы, наладить тесное сотрудничество с музеями города и страны. И сегодня я с полным правом заявляю, что наш музей стоит на правильной позиции. Его работа многогранна. Это центр духовно-нравственного воспитания молодежи. И если все это поможет нам достучаться до сердец и умов наших учащихся, значит, свою задачу музей выполнен. Спасибо за внимание. У меня все. Слушаю ваши вопросы. Спасибо большое, Надежда Степановна. Такую масштабную работу вы проводите со своими учениками. И, наверное, хотелось бы в первую очередь задать вопрос, касаемый экскурсоводов. Расскажите, кто является экскурсоводами в музее, ребята какого возраста и как они сейчас готовятся к такой работе? Хорошо. Экскурсоводы музея. Ребята занимаются... Два экскурсовода музея, Диана Сизова и Усенкова Алина, стали победителями областного конкурса экскурсоводов музея. Но они Диана занималась музейной работой со второго класса, а вторая девочка с третьего класса. Это очень серьезная работа. Я хочу сказать, что они прошли все этапы занятий. Они не только... Понимаете, писали экскурсии. Во-первых, они много читали. Во-вторых, они написали не одну исследовательскую работу. Вначале это были небольшие сочинения в 5-6 классе. Сегодня Диана Сизова является лучшей студенткой училища искусств в Тобольске. Она после 9 класса пошла в 10 класс. А Алина Усенкова является председателем школьного музея. Дальше подрастает поколение уже пятиклассников. Только что закончился городской конкурс экскурсоводов музеев, посвященный 75-летию Победы и 195-летию со дня восстания декабристов. Мы представляли, значит, кто вы, доктор Вольф, рассказывали о Фердинанде Богдановиче Вольфе, рассказывала ученица 6 класса Таня Савина. Кроме того, мы обязательно используем групповые формы. Вот, может быть, например, начало войны. То есть ребята представляют групповую работу. И в экскурсоводы позднее они выходят уже по одному человеку. Вначале они рассказывают в своем классе, экскурсии проводят, затем перед ребятами младших классов, а затем уже в школе и перед учителями других школ. Они уже очень смелые и могут выступать и отвечать на все ваши вопросы. Отлично, спасибо большое. Вот вы сейчас сказали про то, что музей посещают учителя других школ. Расскажите, а вот школьники из других школ района тоже приезжают? Обязательно, обязательно. По Тобольскому радио и в газете мы объявление сделали, что музей средней школы номер 1 приглашает учителей и классы из других школ. Вот у нас был один раз такой случай. Значит, к нам приходят школы, они по записи. Почти все школы были в нашем музее. Некоторые дети из других школ пишут по нашим материалам, у нас их много, пишут по нашим материалам свои научно-исследовательские работы, особенно старшеклассники. И вот пришел класс. И я рассказываю о том, что наши директора нашей школы, что они были участниками войны, и рассказывал нам. Один мальчик 4 класса подходит ко мне и так за рукав меня дергает и говорит: это же мой дедушка. Я говорю: да что ты говоришь? Я говорю: ты знаешь, что дедушка твой похоронен? Он говорит: нет. Я говорю: так рядом с могилами декабристов, с могилами Муравьева. Я говорю: давай мы с тобой встретимся и обязательно туда сходим. Я говорю: ты в какой школе учишься? Он говорит: 7. Ну и вот такие встречи бывают у нас, конечно. Кто-то находит своих родственников, потому что средняя школа номер 1 – это единственная была школа перед войной в городе. Большая школа. В годы войны в школе училось 1800 учащихся. Если прочитать воспоминания учителей школы в годы войны, без слез нельзя читать.
как они заготовляли дрова, как они работали в субботники, воскресники, как помогали фронту, участвовали в займе. Ну, многое очень делали. А школа училась, 3 смены дальше. И работали также кружки, и работала самодеятельность, и спорт. Школа всегда ведь была наша первая в спорте. Школа имеет очень серьезные, ну, как сказать, знания. И везде в спорте мы были первые, в самодеятельности 20-летие. В школе хранится книга отличников и медалистов. Медалистов с серебряной медалью и золотых медалистов обязательно. Хранятся журналы военной поры. Если бы вы их видели, они такие большие, огромные. Но самое главное, в 2 журналах фамилии героев Советского Союза. Мы их подчеркнули красной чертой, что они тоже учились в нашей школе. Вот, Надежда Степановна, у них 3 были, ну, были, но они совершили подвиг. В аттестатах отметок не ставят за смелость, за любовь к своей родине, дружбу и честь. Им в боях довелось проверять свою зрелость, и отметок таких невозможно учесть. И экзамен на верность любимой отчизне с честью выдержал каждый из наших ребят. Имена их отныне бессмертно и гордо, как в шеренге бойцов в школьном списке стоят. И всегда, когда мы заканчиваем, ну, экскурсию, у нас ребята любят повторять: жизнь летит, за страницей страница, школьных дней верстовые столбы, только в школьном музее хранится фотокопия нашей судьбы. Сколько альбомов, сколько воспоминаний, все это хранит наш школьный музей. Приезжайте к нам в гости. Спасибо вам большое за такой поэтичный, очень трепетный рассказ о своей родной школе, о своем музее. Мы желаем вам процветания, желаем как можно больше заинтересованных учеников, как можно больше исследовательских проектов, которые будут занимать высокие места и будут оценены на самом высоком уровне. Еще раз большое спасибо. Передаем привет всему педагогическому составу вашей школы, средней общеобразовательной школы номер 1 города Тобольска. Передаем привет всем вашим ученикам. Не прощаемся, говорим до новых встреч. Еще раз большое спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. До свидания.